мы посовещались, и я вам могу сказать одно. Не понимая масштаба бедствия школьной крыши, единственное, что мы не можем проставить сроки, потому что, ну, возможно, там нужно полностью сносить каркас и так далее. То есть, как минимум, без экспертизы сроки поставить мы не можем. Что мы можем вписать сейчас договор по этому вопросу, это в любом случае, скажем, ну, учитывая то, что сейчас начинаются дожди, да, снять крышу, когда дожди, допустим, или пошел снег, ну, как минимум, это уже нецелесообразно. Мы можем сделать пока, допустим, мелкий ремонт, чтобы крыша не текла, и сделать проект ремонта крыши капитальной, который по факту мы выполним, скажем, в ближайшее время. Но не факт, что до 1 января, потому что погода нам может не позволить это сделать. Хорошо, значит, ви вийдете, ми зараз проголосуємо за ту комісію, яка підпишеться під цим документом. Тільки останеться капітанський. Не буде тої... Смотрите, согласно закону, на сегодняшний день громаду представляет голова сельской рады. Да. И мы не вправе менять какие-то законы и придумывать новые правила игры. Она делает то, что вы ей скажете. Она сама, я думаю, что не вправе придумать, можно, не можно, подписывать, не подписывать. Если вы решите сейчас подписывать, значит, пожалуйста, ей поручите. Выборчу комиссию скасували. Вибачте, будь ласка. Шановна громада, Шановна громада, ви бачите, я вам показував дві ділянки, які ми розглядаємо як промисловий майданчик. Вони взагалі до капітанки не відносяться. Ви можете приймати рішення, не приймати. Якщо держава нам надасть право зайти сюди, ми виберемо один з майданчиків, зареєструємося там, де нам буде сказано власниками цього майданчика. І ви не отримаєте коштів на місцевий бюджет. Я вам чесно кажу, ви можете сьогодні підписувати, що ми з вас нічого не треба. Ми приїхали з власної волі розказати, яке родовище ми хочемо тут освоювати. Ми хочемо працювати з громадою, надати вам відсотки від свого прибутку. Ви можете вирішувати, що хочете. Це наша добровольність.